Этот цветок называется белопеония или юстиция. Белопеония сейчас относят к роду юстиции и называют по новой ботанической классификации юстиция брандеге. Старое название считают неправильным, но тем не менее купить этот комнатный цветок можно и под старым названием. За что же ценится белопирония уже много лет среди цветоводов? Это растение интересно тем, что может цвести почти круглый год при достаточном освещении. Немного найдется растений, у которых был бы столь длительный период цветения. Белопиронии выращивают в домашних условиях, несложно. Куст вырастает достаточно большим, для 1 метра, поэтому это прекрасное растение для выращивания в катке в зимнем саду или летом на террасе. В теплое время года можно выставить на балкон или в сад. Белопирония любит тепло, но перепады дневной и ночной температуры для него необходимы. Юстиция предпочитает яркий рассеянный свет. Все виды юстиции теплолюбивы, но жару переносят плохо. Юстиции всех видов предпочитают высокую влажность, но довольно успешно переносят сухой воздух квартиры. Полезно опрыскивать листья мягкой отстойной водой. Весной и летом полив обильный. В период роста еженедельно подкармливают растения цветочным удобрением. В другое время подкормку проводят один раз в 2-4 недели. Пересаживают юстиции по мере необходимости после цветения. Почва для юстиции должна быть плодородной. Юстиции легко размножать черенками и семенами. Семена прорастают в почве при температуре не ниже 20-25 градусов. Болезни и вредители. Юстиции довольно устойчивы к болезням и редко поражаются вредителями. При слишком сухом содержании может повреждаться паутинным клещиком и щитовкой.